Здравствуйте! Сегодня хочу снять видеообзор на подводку от Physic Formula A-Booster 2 в 1 в оттенке Deep Brown. Как вы видите, в принципе, вот это новая подводка, которая еще не открывалась. И вот тут вот одна старая из них и вторая, которой я сейчас пользуюсь. Я фанат этой подводки. Если честно, руки чуть растут не с того места, но с этой подводкой у меня довольно красивые глаза выходят. Она не очень яркая, в принципе, по сравнению с черной подводкой. Правда, я ни разу не заказывала именно черную, только брала вот эту вот темно-коричневую подводку. Что могу сказать? Ее надолго хватает. Она очень хорошо прокрашивает. С ней нету никаких проблем. Как можно узнать, или она закончилась или нет? По звуку вот шарика, который в середине вот этого подводки есть. То есть вот такой вот звук у вас будет уже в закончившейся подводке, и она, в принципе, уже не будет так хорошо рисовать. Как видите, не очень ярко рисует. И вот такой звук уже, в принципе, в той подводке, которая еще может жить и довольно хорошо прокрашивает. То есть если довольно классный цвет, он очень приближенный к черному, но в то же время не старит вас, нету такого вот прямо вот только глаза и все. Очень симпатичный цвет, хорошо прокрашивает, как бы вы ни ставили кончик, очень удобная кисточка, классный цвет, можно более тонко, можно более жирно рисовать, и в принципе этой подводки надолго хватает. Она очень симпатично оформлена, то есть у меня она всегда под рукой, в любые поездки я ее беру, она занимает мало места, шикарно прокрашивает, от нее нет аллергии. А стойкость у нее шикарная, вот если попробовать стереть, то в принципе она не стирается, так только если сильно надавить, тогда идет стирание. Но так вот, если пальцем проводить, то, как вы видите, очень хорошая стойкость. Как тут уверяет производитель, она еще помогает тому, чтобы ваши ресницы становятся длиннее и сильнее. В принципе, честно, когда я начала ее пользоваться, то мои ресницы стали не так сильно осыпаться, как раньше, и чуть-чуть выросли. Ресницы стали более такие утолщенные и, возможно, даже длиннее. Но не могу сказать вам точно, насколько они отросли, но реально она помогает в этом. То, что тут написано 24 часа стойкость, то, в принципе, она довольно стойкая. Смывать ее довольно легко, любой мицеллярной водой, любой кремовой смывкой, в принципе, даже водой можно, просто смочив ватную палочку или баточку в воде, она тоже справится со смывкой этого средства. Но в то же время оно не осыпается, не перепечатывается на верхнее веко, то есть, которое нависшее, например, у некоторых. Иногда даже я то делаю, чтобы приглушить чуть-чуть свет, я наношу поверх этой подводки чуть-чуть теней, да, чтобы высветлить глазик свой. То нету такого, что эта подводка плохо реагирует на тени, то есть и кисточкой я не размазываю ее при нанесении теней поверх этой подводки. Если, не дай бог, неправильно как-то подвела, то, в принципе, макнула водичку, ватную палочку, сняла легонько. Нету такого бланша на глазах после этого. То есть шикарная подводка. Она еще позиционируется как подводка и плюс серум. Ну, по поводу серума, я думаю, что он работает, но это тоже, смотря в каком состоянии у вас ваши ресницы. По цене иногда на нее очень хорошие скидки. Я всегда беру, покупаю, очень много уже на ней сижу, грубо говоря, лет, то есть как минимум года 3, а то даже больше я пользуюсь ею. И не знаю, вот этот аппликатор в виде кисточки, он просто шикарный. Правда, я, если честно, не пробовала другие, но именно по удобству, по стойкости, просто в виду вот именно твоих глаз, то это шикарная подводка. Состав у нее не такой термоядерный, как у других. Вот если вы видите, сейчас попробую сфокусировать. Хороший состав, хороший производитель. Что я не брала, Physic Formula, они шикарные производят продукты. Возможно, сниму в ближайшем будущем отзыв на их пудру. Я тоже очень долго ее использовала и могу уже сказать свое мнение. Заказала, кстати, другую пудру, тоже этой фирмы, с низким SPF. Ой, что могу сказать? Ну, я ставлю 5 с плюсом даже этой подводки.
Она реально шикарная, вы видите, как она хорошо прокрашивает, как удобно. И очень классно то, что когда вы защелкиваете ее, закрываете, то тут такая есть как бы как пружинка, да, вы видите, что она полностью не закрывается. То есть вам нужно закрыть до щелчка вот такого, и тогда она у вас не будет засыхать. Она не засыхает, ею пользуюсь довольно долго, хватает ее, честно, как-то я не засекала, но где-то на полгода, может быть, даже больше, смотря как часто вы ее используете. Иногда, когда она бывает подсыхать, когда вы не плотно закрыли крышечку, то, в принципе, как я боролась с этим, когда я понимала, что еще много можно было еще месяцев пользоваться ей, то я брала вот этот кончик, промывала под проточной водой, высушивала его, но желательно, конечно, это делать не на батарее, и потом просто прокрашивала на руке, чтобы уже вот этот пигмент, который тут находится, ну, пошел в эту кисточку, в этот ворс. И она снова мне служила довольно шикарно. Меня это радует, и я бы хотела с вами поделиться этим приобретением шикарным. Сижу на ней долго, рекомендую вам, и надеюсь, что этот отзыв вам был полезен. Если вы использовали, кстати, черную такую подводку, интересует, насколько она отличается от вот этой вот Deep Brown. Не знаю, пока черную я не хочу покупать, поскольку у меня не настолько холодной внешности, чтобы так выделять свои глаза. Даже с ней, когда прокрашиваешь довольно так серьезно глаза, то они очень выразительно выходят, и мне этого хватает. Я не хочу быть вампиром или какой-то девушкой-вамп, я хочу просто природный оттенок и выделить свои глаза. Интересует ваше мнение об этом продукте, использовали ли вы его? Если да, то как ваше впечатление от него? И спасибо, что смотрите меня. Всем удачи и подписывайтесь на мой канал.